Всем большой привет! С вами Таня. Я очень рада видеть вас на своем канале о вышивке. Сегодня будет нестандартное видео. Мы сейчас в гостях в Сыктывкаре у моих родителей. И такого как бы обычного видео, как я снимаю, так скажем, постановочное, да, у меня в ближайшее время не получится снять. Поэтому я решила, чтобы совсем не пропадать с канала, чтобы не оставлять своих любимых зрителей без моих видео, снять что-то типа влогового формата, поснимать кусочками, как я тут отдыхаю, чем занимаюсь, и потом собрать. Надеюсь, вам это видео понравится. Для начала надеюсь, что оно понравится мне, я его выпущу. И также, конечно, надеюсь, что оно понравится и вам. Сегодня у нас 18 июля, мы уже 3 дня здесь, и я хочу показать, что я с собой из вышивки взяла. Я взяла два процесса. Один вот вы сейчас видите на своих экранах. Пляжные домики от Country Cut Jingle Fox. Вот так вот выглядит работа. Здесь в наборе помимо схемы шли пуговки, ниточки Classic Color Works. Пуговки там вот спрятаны, немножко видно. Вот. Ну, многие мои зрители, конечно, видели этот набор и этот дизайн, потому что я его давненько уже вышиваю и не раз показывала на своем канале. Второй набор я покажу вам позже, когда буду его брать, вышивать, и тогда о нем поговорим. Вот какие у меня продвижения на сегодняшний день. У меня готовы все 5 домиков и готовы все деревья. В нижней части я тоже практически завершила работу. Осталось довышивать вот на волнах белый цвет, немножечко довышивать песочек снизу. И потом я уже буду переходить к верхней части. И вы видите, здесь в основном осталась работа над надписью. И две, так скажем, линии узорные сверху, да, ограниченные. Снизу я их вышила уже, вот они тут у меня есть. И такие же две будут повторены сверху, по верхнему краю. Осталось вышить около 1300 крестиков. В общем-то, немного на самом деле, но так как я здесь вышиваю очень мало, в основном только ночью, когда уже ложу детей спать, то, конечно, продвигаюсь я очень-очень медленно. Все-таки я надеюсь, что за то время, пока мы будем здесь, я эту работу завершу. Мы приехали на 2 недельки, и надеюсь я увезти отсюда уже финиш. Давайте поближе покажу еще крестики. Здесь я вышиваю по-разному, какие-то участки закрывая каждый крестик отдельно, а в каких-то местах вышиваю рядами, то есть в одну сторону ряд один полукрестик, а в другую сторону возвращаюсь, уже закрываю этот полукрестик. Ну, вот так это выглядит. Немножко может быть засвечена картинка, потому что у нас сегодня солнечный яркий день, я встала прямо около окна, чтобы все было хорошо видно. Ну, вроде более-менее цвета показаны верно, не сильно искажаются. Вот, ну, который раз замечу, что сильно отличаются они от превью. В качестве основы, напомню, у меня тут Мурана, 32-й каунт, мокко не однотонный, ну и ниточки по ключу. Вот, ну, буду, в общем, вышивать, продолжать, и позже вам покажу, что у меня получается. Хочу поделиться с вами своими небольшими продвижениями. В общем-то, как планировала, доделала волны. Теперь каждая из них обрамлена белыми крестиками. Вот, доделала здесь. Также сделала все крестики вот этим песочным цветом. Берег у меня тоже закончен. И появилась пара небольших новых облачков. В общем, все эти цвета вышли из работы. Осталось, что у меня осталась надпись и две горизонтальные линии крестиков, коричневая и бирюзовая сверху.
и работа будет готова. Вот. Хочу ее на несколько дней отложить, на парочку, скорее всего, и перейти пока к другому своему процессу, который с собой взяла. Давайте сразу же его вам покажу. Это Мишкин Dimensions, процесс, который давно-давно лежит в моих начатых работах. Вшивается очень медленно и редко, и я решила, что возьму его сюда и буду здесь продвигать. В общем-то, последние разы, когда я вам показывала, я все работала над правой частью. Вот здесь уголок, вот этого мишку вышивала. В общем, потихонечку. Но тут решила отложить эту сторону и повышивать полукрест. И вот здесь у меня практически уже закрыт угол, да, нижний левый. Он был закрыт, и я стала двигаться в правую сторону. Вот так вот выглядит полукрестики. Тут и в 5 сложений есть, и, по-моему, даже в 6. И бленды. Но было какое-то такое настроение, и этот полукрест шел хорошо. В общем, сейчас хочу продолжить работу над ним, а потом уже вернусь к крестикам. Вот так работа выглядит на сегодняшний день. Потом посмотрим, что мне удастся вышить за время, которое я буду в Сыктывкаре. Мы все еще в гостях в Сыктывкаре. Сегодня мы приехали в загородный клуб Елиты, и хочу показать вам, какая тут красота. Безумно атмосферное, уютное место, очень ухоженное. Очень приятно тут находиться. Мы приезжаем каждый год. Всей семьей стараемся выбраться сюда. И хочу сказать, что с каждым годом все лучше и лучше. С каждым разом они меня удивляют все больше и больше, и мне все больше и больше нравится. Очень приятное место, ухоженное. Видно, что и хозяин, и работники вкладывают душу сюда, любовь свою. Очень много для детей. По всей территории ухоженные растения, цветы. Есть мини-зоопарк, там бегают кролики, курочки, козочки. В общем, очень классно тут можно провести время.
Ну что, пришло время записать заключительную часть для данного видео, завершающее включение. Сегодня у меня уже 3 августа, мы вернулись домой, буквально на 3 денечка, и завтра мы всей семьей, полным нашим составом, полетаем на море. Летим отдыхать, загорать и купаться. Дни эти дома выдались очень насыщенные, очень суетливые, много дел, много всего надо перед поездкой успеть. Поэтому вот буквально у меня сейчас минуточек 20 есть на то, чтобы пообщаться с вами, показать, что я успела навышивать за то время, пока была в Сыктывкаре в гостях у родителей, что мне удалось. И потом, надеюсь, успею сегодня еще это видео смонтировать, потому что завтра надо обязательно выпустить. Вот. Ну что, давайте начнем с маленьких моих пляжных домиков. Наверное, вы уже поняли из вставочек предыдущих, что данный процесс завершен. Да, я его закончила, и вот что у меня получилось. Уже все-все сделано, работа постирана, отглажена, пришиты все пуговки, все крестики, все стежки на месте. И вот такая красота. Я очень довольна результатом. Да, снимаю я вот единственные свободные свои 20 минут уже довольно поздно вечером при искусственном свете. Цвета наверняка искажаются, но я надеюсь, вы меня простите. Много раз я эту работу показывала в разном освещении. Более-менее, наверное, понятно, как на самом деле это выглядит. Напомню, что я вышиваю по набору, точнее вышивала по набору от Country Cottage Needle Works Bayside Bungalows. И... кстати, я уже говорила, да, в прошлом включении, в этом же видео, что здесь основа у меня Мурана 32 аккаунта. Так что все, повторяться не буду. Что хочу сказать. Очень довольна результатом. Очень нравится, что получилось. Несмотря на то, что отличается мой результат от превью, я все равно и полностью довольна. Начинала я эту работу в 2021 году, тоже в августе. И вот спустя 2 года, наконец-таки, я ее завершила. Она легкая, простая, очень приятная, вышивается все здесь такими довольно большими участками. Самое кропотливое, это, наверное, вот эти одиночные группки крестиков, так скажем, да, наверное, небольшие группки крестиков, которые вот приходилось закрепиться, выполнять, да, вот на гребешках волн. А так, ну, листики, да, тоже приходилось крепиться много. Но в основном работа, конечно, очень такая простая, но при этом увлекательная, интересная. И мне понравилось ее вышивать. Мне понравился и процесс вышивки. В одном из последних видео на моем канале я говорила об этой работе, что сомневаюсь, что мне будет приятнее. Взять эту работу и завершать на море, да, там же, где я ее и начала, и как бы так закольцевать эту историю. Или все-таки уже завершить ее заранее, сшить из нее пляжную сумку и взять эту пляжную сумку с собой. И одна моя зрительница написала, что было бы классно все-таки взять с собой сумку пляжную. Я купила ткань, вот такой темно-синий канвас, по-моему, это называется. Он немножечко сейчас у вас более синий, в жизни он немножко более фиолетово-серый уходит. Но он классно сюда подходит, очень красиво сочетается с вот этой винтажной основой мокко. И я уверена, что сумочка получится супер классная, супер красивая. И сочетание такое прям замечательное. Единственное, что сумку я сшить, к сожалению, не успеваю. У меня было 3 дня, повторюсь, и они выдались очень такими насыщенными, всякие дела, поездки, нужно было много всего успеть. И, конечно, я не хотела в таком вот, в поспешном, да, режиме, в таком ритме. Мне все-таки хочется заниматься шитьем как-то спокойно, в спокойной обстановке, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот, и никуда-никуда не торопиться, не спешить, чтобы потом не было каких-то обидных ошибок. Поэтому вышивка, к сожалению, с нами на море не едет ни в том, ни в другом виде, ни в виде процесса, ни в виде готового изделия. Но я думаю, что у нее еще все впереди. Я вернусь с моря, и потом, когда у меня будет посвободнее время, побольше на свободное время, я займусь обязательно ее оформлением. Надеюсь, что идея оформить ее в сумку сохранится, да, и что я ничего другого не придумаю.
Ну, давайте посмотрим поближе работу. Посмотрим на пуговки. Я их пришивала ниточкой Титан 100. Вот. Тут такая птичка. Мне кажется, это курочка. Это, наверное, похоже. Вот такие птички на деревьях. Всего тут 5 пуговиц. 3 птички, да, и 2 ракушки. Вот солнышко какое ясное. Так, домики все покажу. 5 домиков. Деревья. Очень хорошо видны переходы в нитках на надписи, да, прям считывается этот градиент от светлых к темным. Вот. Ну и последняя завершающая пуговичка, еще одна ракушка, вот такая вот нежная розовая, очень красивые они. Вот. В нижней надписи тоже более-менее видны оттенки. Совсем нет переходов в цвете волны. В бирюзовом практически они не считываются. Так остальные цвета, ну белый, да, он полностью белый. Так остальные цвета, мне кажется, смотрятся интересно за счет переходов. Вот. Ниточек у меня здесь осталось довольно много, но они мне все нужны, я их храню. Думаю, что они мне обязательно пригодятся в следующих каких-нибудь работах, процессах. Тем более, что я сейчас стала увлекаться вышивать подбором, да. А схемку я хочу продать, поэтому если кому интересно, если кто-то хочет вышить эту работу, пожалуйста, пишите, обращайтесь, я в описании к видео оставляю все контакты, где мне можно написать. Вот. Ну что, давайте посмотрим, что еще я вышивала. Еще один процесс, который я брала с собой, это собрание мишек Teddy Bear Gathering у Dimensions. Его я, конечно же, не завершила, тут еще довольно много работы, но, мне кажется, неплохо продвинула. Вот так она на сегодняшний день выглядит. Появился у меня еще один мишутка, уже 6-й, и остался последний, 7-й. Он уже будет поменьше, вот, и надеюсь вышиться быстрее. Хочется мне как-то активнее взяться за эту работу и все-таки вышивать. Все-таки, точнее, даже не вышивать, а заканчивать ее. Кроме того, что я вышила мишку, да, я вот здесь еще заполнила много чего полукрестом. В общем-то, потихонечку сюда продвигаюсь. Кажется, что осталось не так много, когда мы смотрим на вышивку, когда я смотрю на свою канву, да, на то, сколько у меня вышито, кажется, ну, там чуть-чуть уже, да, ну, вот уже вот-вот и финиш. Но потом я смотрю в красичсангу и смотрю, что у меня вышито меньше 70%, ну, почти я добралась до 70%, и осталось 7000 крестиков. И меня это пугает. Мне кажется, что как будто бы нет конца и края этому процессу. Я его люблю, мне очень нравится результат, и вышивать мне его приятно довольно. Но все-таки мне хочется уже завершения. А такое ощущение, что я его вышиваю, а к финишу как будто бы приближаюсь очень и очень такими медленными шагами. Не знаю. Да, 7000 крестиков, это если все стежки, которые здесь есть, пересчитать в крестики. То есть самих чисто крестиков здесь, конечно, меньше. Здесь нужно еще крестики делать, да. То есть вот у меня мишка в крестиках будет, вот этот бидон от герани тоже в крестиках. Ну и потом уже фон заполняем полукрестом и много-много бэка. Часть бэксич я делала сразу по пути, но сейчас склоняюсь к тому, что я все-таки то, что есть, конечно, оставлю, но остальную часть бэкстичем я буду выполнять уже после стирки. Я хочу завершить все крестики и полукрестики, работу постирать, отутюжить, натянуть на раму и уже сделать полностью бэк. Надеюсь, что я справлюсь с этим, потому что бэк в конце выполнять довольно-таки тяжко и нудно. Мне он нелегко дается в таком варианте выполнения, но я не хочу, чтобы потом он провисал где-то еще что-то. В общем-то, думаю, что поступлю так, как запланировала. Вот. Вот такая работа, очень нежная, очень милая. Получается, она гораздо симпатичнее в жизни, чем на превью, хотя и превью выше всяких похвал. Очень такая уютная атмосферная картинка, но в жизни это просто чудо чудное. Вот. Ну, надо как-то взяться, да, и продолжать, не откладывать. Я его вышиваю крайне редко, по чуть-чуть. Надо, наверное, все-таки взяться за него серьезнее и вышивать более регулярно, продолжительно и активно.
Но надеюсь, осенью у меня это получится. Почему осенью? Да, мы сейчас, повторюсь, уезжаем на море. Сейчас дальше покажу я процесс, который с собой планирую взять. Покажу, что я там буду вышивать. И получается, что от этого процесса я опять отвлекаюсь. Ну, а потом мы вернемся, я посмотрю. Я за июль очень соскучилась по всем другим своим большим процессам. Ну, не только большим. В общем-то, хочется всем своим начатым вышивкам уделить внимание. Вот. Ну, посмотрим, как получится, как будет складываться. Много всего хочется, как всегда, а времени, как всегда, мало. Так, ну давайте посмотрим, что же все-таки я беру с собой на море, что я там планирую вышивать. Наверняка зрители моего канала, которые давно со мной, помнят, что я вышивала этот дом, по-моему, в 2020 году, оформляла и, конечно, показывала на канале готовую оформленную работу. Очень она мне тогда понравилась, полюбилась. И, как вы видите, здесь, кроме основного вот этого дизайна розового дома, да, есть еще вот такой дополнительный небольшой дизайн. Summer, лето, тоже вот с такими очаровательными розами. И я всегда, в общем-то, знала, что когда-нибудь я его вышью. Но не загадывала, когда именно. Думала, ну, потом когда-нибудь. И вот сейчас, когда я стала выбирать, что же бы мне взять с собой на море, я стала думать, а что же мне выбрать? Потому что у меня много классных примитивов. Мне хочется вышивать именно примитив. Потому что это просто, это быстро, это удобно, на мой взгляд. И поэтому выбор мой был среди примитивов. Что-то, что я хочу начать в ближайшее время, в основном идет на канве, на основе, да, ручного окрашивания, которое мне бы не хотелось таскать на море, куда-то брать в отпуск с собой, да, и, ну, точнее, вообще вышивать в качестве дорожного процесса. И надо было выбрать что-то из того, что буду вышивать на обычной, на основе, да, заводского покраса. И потом я стала смотреть, а у меня морских сюжетов-то нету, таких морских, летних, ну, разве что домики какие. Но домики я только-только закончила и хотела что-то другое. И вот тут я вспомнила, что у меня есть чудесная надпись Summer от Hands On Design, которую я хотела вышить, и она тематически очень подходит, и как раз это примитив, и основа темная, не такая маркая, и почему бы и не взять ее. В общем-то, ну, сказано, сделано. Сделала я себе перенабор, и у меня получилось, по-моему, чуть меньше 4000 крестиков. Не знаю, очень наивно наверняка, но я надеюсь эту работу не только начать, но и закончить за время своей поездки. Есть идеи даже, как это потом оформить. Я думаю, будет что-то прикладное, но пока точно не знаю. Вдруг мне и в рамочку захочется. Но пока что задумка, что это будет что-то в ткань. Ну и давайте покажу ниточки. Я думала, может быть, подобрать что-то. Ну давайте начнем с основы, да. В общем-то, как и в работе с домиком, я выбрала вот такой темно-серый Белфаст. Мне как раз оставался кусочек. Нужно сейчас будет его тоже прополоскать, отутюжить и оверлорд, чтобы удобно было потом вышивать. Беру я с собой вот такие небольшие куснапы калин. Это 20 на 20 сантиметров, по-моему. По цвету все это классно подходит. И ниточки, да, про ниточки я говорила, что... Ну, я сначала думала, может быть, что-то я подберу, то есть возьму не по ключу, хотя по ключу у меня все нитки есть, ну, почти все, да. Но мне думала, что в качестве экономии возьму что-то похожее из ниток ручного окрашивания, которое я покупаю просто так у наших девочек, да, которые наши девочки красят. Но ничего похожего не нашла и решила, что не буду я сильно сейчас заморачиваться. Возьму, что есть по ключу и просто вышью. Не буду я сильно усложнять себе этот процесс. Ну и давайте посмотрим. Белый цвет, да, вот все тут окантовывается, да, белым цветом. Мне, кстати, нравится такой стиль, когда вот крестики обводятся не бэком, а именно вот таким каким-то контрастным цветом, как, ну, белым в данном случае. Очень нравится такой эффект. Я беру ниточку по ключу, потому что она у меня есть, как бы, да, я ее тогда купила, потому что не видела вживую, как она выглядит. На самом деле это просто белый цвет. По ключу можно заменить на 38-65, но если бы я заменяла DMC, я бы все-таки взяла их на white. 38-65, наверное, все-таки слишком немножечко такой желтоватый по сравнению с этим.
Да, беру, потому что она у меня есть. Ну, что ей просто так лежать, надо ей вышивать, раз уж куплено. Дальше, два оттенка розового. Шарлотт... А, Викториан Пинк, да? Викториан Пинк от Gentle Art. И вот такой Бизи Лизи от Vix Day Works. Вот. Gentle Art вышиваются маленькие цветочки, вот этим более светлым, наверное, розовым, да, вот, вот этим вот. А большие розы вышиваются как раз вот этим Бизи Лизи Виксами. Дальше, зеленый тоже у меня по ключу, у меня его достаточно много. Думаю, с ним проблем не будет, и его здесь используется не так много, листики вышиваются. Дальше, давайте, вот насчет желтого. Я хочу взять DMC, здесь желтый используется только в серединках вот этих маленьких цветочков. Там буквально по 4 крестика. А, да, вот эти еще с мирностичем выполняются. Ну, я тоже думаю, что не критично. В общем-то, я взяла два цвета. Почему? По ключу там идет конверсия в 727 цвет. То есть предлагается на замену Vixen 727. Но тогда, когда я вышивала эту работу, да, домик, соответственно, у меня не было нитки по ключу. Я брала немножко другой цвет, желтый, от X тоже. И поняла, что вот, например, в дверце видны переходы, а в серединках я как будто зря использую эту нитку с переходом, что их не видно. И как бы зачем тогда ее тратить? И тогда я заменила ту нитку, которую использовала в X, на 3078. Решила взять и то, что по ключу, и то, что подбирала сама, и уже там посмотреть вживую, как это будет смотреться, что лучше. Может, я вообще буду оба цвета использовать для разных цветочков. И последний цвет, это вот такой, так, это не он, вот где-то синий, вот. Vix Day Works Blue Jeans. Это основной цвет в данной работе. Все буквы заполняются этим синим цветом, плюс еще, видите, здесь, опять же, болгарские кресты выполняются, то есть его надо много. Но у меня, к сожалению, его не так много в остатке, и, честно говоря, не уверена, что мне хватит. И вот тут я не знаю, что делать. Я взяла ниточку Ванави от Юли, номер 2036. Она вот такая, и они, конечно, отличаются, но это самое-самое похожее, что у меня есть. И я подумаю, я решила, что я повышиваю сначала всеми остальными цветами, потом, когда все остальное вышью, буду заполнять буквы, и попробую все-таки сначала вот эту нитку. Если мне понравится, как она будет смотреться, я на ней остановлюсь, ей и буду вышивать. Ну, если мне совсем будет казаться, что она не туда, то придется пробовать вот этими виксами, не знаю. Чем это все закончится, хватит ли мне нитки, но я очень надеюсь, что мне все-таки удастся использовать в данном случае вот эту. Ну, вот так это будет смотреться очень ярко, насыщенно, в общем, будет классная работа. По-настоящему летняя, и я люблю цветы, люблю примитивы, обожаю розы. В общем, думаю, что я буду с большим удовольствием проводить время с этим процессом. Покажу, давайте, сумочку. Вот такую сумочку я с собой беру. В прошлый раз я как раз-таки тоже с ней ездила. Снапы здесь помещаются. И вот сюда я уберу ниточку. Сейчас, после того, как попрощаюсь с вами, пойду заниматься основой. Тоже потом все упакую. Схема мне с собой не нужна. Повторюсь, перенабор у меня есть. В общем-то, в предвкушении я очень приятного отдыха. Ну что ж, буду с вами прощаться. Пожелаю вам всего самого хорошего, всего самого доброго. Творческого настроения, вдохновения и побольше времени на наше любимое хобби. Ну и до скорых встреч в моих новых видео. Все, пока-пока!